Ха-ха, смотрите, как он его гладит. А-а-а, какой классный, ребята. Левчику лайк, ребята. Левчику лайк. Вау. Мы что, на нем еще можем лежать? Вот это прикол. Вот это прикол, ребят. Классная планета, вообще шикарная. Смотрите, как он его обнимает. Я просто в офиге. Обалдеть, как здесь сделали. Молодцы, молодцы разработчики, красавчики вообще прям. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители. Я рад вас приветствовать. С вами Родригес, и мы продолжаем играть в LEGO Worlds. Находить новые и интересные планеты, интересные задания. И, собственно, прокачиваться дальше. Изучать, в общем-то, новые персонажи. Например, посмотрите, сколько у нас здесь Робин Гудов, черт возьми. Это Робин Гудка, что ли? Кто это такая, ребята? Кто это вообще? Мне наскучила одна и та же еда. У тебя нет ничего очень вкусного на обмен. Так, у меня... Оу, сори, ты что меня начала бить-то, а? Слушай, у меня ничего нету. Она меня начала бить, хлестать. Так, ладно, жесткая бабенка нам попалась, короче, сегодня. А, в общем, сегодня что у нас будет? Сегодня у нас будет вот такая вот задача, ребят. Давайте поставим такую вот задачу. Не знаю, сегодня у нас получится или нет, но будем стараться. Будем стараться. А, сегодня мы хотим, в общем-то, накопить 25 золотых блоков, чтобы попасть на более крупные планеты, получается 50 блоков, тут еще крупнее получается, 80, там вообще большие миры, а дальше я вообще не представляю, что там такое, ребят, ну в общем будем стараться, будем искать какие-то разные возможности и полетаем по разным планетам, может быть нам повезет и мы добудем еще 6, нам не хватает золотых блоков, 6, всего лишь 6, это не так-то уж и много. Ну, не так-то уж и мало. Ребят, ну что же, если вам нравится LEGO Worlds, обязательно ставьте лайк, а мы погнали вперед. Я спустился в пещеру, дорогие друзья. Так, что-то у нас там... давай, прыгай, прыгай уже, прыгай, 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 прыгай. Просто вот так. Здесь есть, посмотрите, какой классный. Классный. Ящик, сундук. Так, что там такое? Ну, навряд ли мы найдем, наверное... Ох ты, у меня есть блочный лук. Блочный лук. Прикольно. Так, а как с него стрелять? Ну-ка, погоди. Нормально. Слушай, не нормалек. Давайте мы вылезем на поверхность, посмотрим, что у нас здесь. Блочный лук мы нашли на этой планете. Здесь вот реально вот планета Робин Гуда. Здесь только... так, по кому мне попасть, а? У нас, по-моему, на F делается как-то так. Не особо, конечно, удобно. Стрелять, ну, довольно неплохо. Я думаю, приспособимся потом. Оба-оба, у них какое-то задание. Так, ну-ка, дай-ка. Жалко, что я почти не вижу живых существ. Так, а нужно тебе что? А, оба! Погоди. У нас есть для тебя... есть возможность. Так, сейчас мы тебе накопытим. Есть! Блок кидает нам! Отлично! Одно мы поросят принесли. Нормально. Это было довольно просто. Строитель-наблюдатель. Зло... Ага. Еще пятый блок. А, мы, получается, собрали все блоки на этой планете. Все, отправляемся дальше. Пятерочка у нас. Строитель-искатель. Воу. Так. И что это значит? Что это значит? Мы, наверное... Теперь у вас 20 золотых блоков. И по возвращении в ракету вы получите в подарок особый предмет. Он поможет вам рассеять тьму. О, ребята, у нас 20 золотых блоков, и нам говорят, что нам нужно возвращаться к нашей ракете. Давайте вернемся и посмотрим... О, что это такое? Что это такое? Сколько здесь всего интересного? На нашей лошадочке мы тут быстренько доскачем. Так, вроде как наша... А, наша-то ракета, получается, совершенно на другой части острова. Я и совсем забыл. Я и совсем забыл, нам придется искать лодку. Давайте мы сейчас либо скрафтим лодку, у нас же есть возможность да это сделать. Ну-ка, давай-ка, лошадочка, спасибо. Мы можем сами-то, конечно, доплыть, но лучше, конечно же, скрафтить. Так, это возможно? Это возможно. Лодка, лодка, лодка. Есть у нас такая, есть такая. Так, прекрасно. Ну что ж, готово. Эй, что за дела? А где лодка? Погоди, родной. Давай-ка, не дури. Ставь нам лодочку вот сюда поближе. Вот так вот. Все, запрыгнули. Поплыли.
Синенькая такая прикольная. Давай разгоняйся. Отлично. Отличненько. Вон наша ракета. Я уже ее вижу. Ах, сейчас нам какой-то будет приз. Сейчас у нас будет какой-то приз. Это обалденно. Но тем временем началась ночь. А ночью не особо здесь приятно находиться. Так, закинули. Еще кидай. Так, и что нам сейчас будет? Ух ты! У нас получается, что такое? Доступен особый предмет. Светильник. Пригодится в очень темных местах. Например, в пещерах, темных проходах и подземельях. Освещает мир. Ну-ка, давайте проверим. Есть у нас какая-нибудь пещерка? Вау, как он светит-то прикольно, ребята. Посмотрите, какая красота. Какая красотень. Так, давай-ка, где у нас пещера? Во, есть пещера. Ух ты. Неплохо он освещает. Слушай, без, например, без него. Убираем его. Надо вернуть. Вообще ни черта не видно. Так, я предлагаю улетать отсюда. Мы уже здесь посмотрели достаточно. Давайте посмотрим еще какую-нибудь планету. Включаем рандом, найти случайный мир. И полетели. Так, что за мир этот у нас будет? До сих пор я не разгадал загадку. Вот посмотрите, здесь какие-то есть на этой планете, которой мы сейчас только что были. Там какие-то светящиеся огонечки. Для чего они нужны, я так и не понял. Ребят, напишите в комментариях, может быть, кто-то знает, что там такое вообще, для чего они нужны. Может, там какие-то были секреты, но мы, может быть, уже туда и не вернемся. Наша задача как можно блоков побольше сейчас найти и, соответственно, расширить наши рамки. Снижаемся! Проходим озоновый слой и... Что у нас здесь? О! Какая-то пустыня! Где мы? Желтый скорпион. Опасный фронтир. Опасный фронтир! Красный песок. Так, у нас здесь что-то много всего. Так, давайте будем изучать, как обычно. Ну-ка, иди сюда. Золотой скорпион это был. Так, змей мы уже видели. Кактусы. Кактусов не было никогда. Так, маленький цветок. Скелет с рогами. Большой кактус. Ух ты, это что, динамит, что ли? Ящик со взрывчаткой. Так, берем. Опасный фронтир называется планета. Ну, по крайней мере, выглядит она не очень опасно, я так думаю. Пока не очень все опасно. О, есть какой-то домишко. Побежали туда. Так, кто у нас там? Кто у нас тут? Ага, перекрасить можно. Ну давай, это дело-то такое житейское. Сейчас быстро сделаем. Кидай сюда. Есть еще один блок. Так, вот тут у нас ковбойская какая-то планета. Было бы здорово раздобыть снимок дикой лошади. Ну, погнали. Где тут у нас дикая лошадь? Где она? Ну-ка, давай найдем. Посмотрите, здесь прерии. Такие прям ковбойская планета. Ковбои одни кругом. Ковбои и больше никого. А, так, смотрите, огородик какой прикольный. Так, где? О, карета есть. Опа, 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 опа. А слушай, а если я сейчас вот так вот вас фото, и вот так вот, вот с лошадкой, например, пойдет? Нет? Давай еще. Куда ж ты сел-то, ну? Родной, ты что делаешь? Вылазь отсюда. Во, нормально. Так. Подтвердить нужно прям на лошади, чтобы я прям вот карету забираю себе. Дилижанс, вообще потрясающая штука. Потрясающая. Так, ну где же мы найдем тебе лошадь-то? Я могу отцепить, конечно же. Ну да, это прикольно. Пойдем искать лошадку тебе. Оба, сундук есть. Что там такое? Так, что это такое? Амбар нам выпал. Так, и море бабла. Ну ладно, давай. Ну, лошадку я по-прежнему пока не могу найти. Где я найду эту лошадь-то, а? Где тебе я здесь в прерии найду тебе дикую лошадь? Ковбойскую.
Пока мы бегаем, я вижу 10 торговца. Давайте глянем, что у нас там торговцы. Торговцы, молодцы, прилетели. Так, о, золотой блок есть, 100 тысяч можно взять один. Давайте покупаем без раздумий, сразу берем. Вообще шикарно. Так, я бы еще, конечно, уже, ну, мне немножко не хватило. Эх, немножко не хватило. Фонарик какой-то есть, я бы еще жизнью бы себе прикупил. Ну, в общем, это круто. Ребята, это вообще потрясающе. Мы купили один блок. Это потрясающе. Так, еще одно задание мы выполнили. Прекрасно, мы нас достали пареньку быков. В общем, привезли ему и коров, и быков. И он нам дарует еще один блок. Крутейшин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, золотой блок, что ли? Подожди. Неужели? Реально, по-моему, это золотой блок. Просто повезло, ребята, повезло. Но второй раз уже так везет. Золотой блок. Зеленый чувачок у нас выпрыгивает из песка и достает нам еще один золотой блок. И 25 блоков, да! Строитель-путешественник. Вообще поразительно. Так, поразительно, потрясающе. Я даже не знаю, что сказать. 25 золотых блоков. Важная веха. Теперь вы можете доработать ракету и отправиться в новый вид миров. Эти миры больше и разнообразнее. В них вас ждет много новых открытий. Отлично, отлично. Значит, миры у нас стали теперь больше. Мы выполнили это за эту уже серию. Вообще просто потрясающе. Нашли 25 блоков, мы расширили, значит, миры. И сейчас будем смотреть, а что же будет у нас на 25-блочных мирах. Как-то так, наверное, да? Ох ты, у нас произошла модернизация. Нам добавили какие-то крутые крылья. И наш звездолет стал еще круче. Ребята, еще круче. Ну что ж, давайте посмотрим. Открывается у нас доступны средние миры. Они называются средними, да? Так, как бы мне тогда... Получается, я что должен сделать? Как мне попасть именно на средние миры? Ну, я так понимаю, мы, наверное, выбрали, ребят, мир. Я не знаю, как правильно там выбирать, но, в общем, должны у нас быть миры 25-блочные. У нас звездолет вообще стал вообще шикарным. Он как птица взмывает вверх, и у него крылья реально стали круче, больше, массивнее и брутальнее. Ну что, бро, полетели? Глядим, что нас ожидает. Так, я не знаю, это тот самый мир или другой? Вау, ну тут, смотрите, какие джипы, тачки, страусы. Веселая саванна. Жирафы есть. По-моему, львы даже тоже. Веселая саванна. Ну-ка, страуса. Подожди, нельзя его. А пока не получили задание. Нужно какое-то задание еще сделать. Вау. Ого. Вот это точило. Внедорожник. Слоны. Ребята, есть слоны. Слон. Прекрасно. Лев. Погоди, он кого-то сожрал только что. Слушай, на меня не накинется? Львица, по-моему, тоже есть. Жираф, я хочу жираф подбежать. Слушайте, а львы на меня не набросятся? Жираф пошел купаться на водопой. Крокодилы я вижу! Слушайте, слушайте. Это же вообще потрясающе. Здесь какой-то лагерь. Я так понимаю, здесь лагерь путешественников каких-то. Чего тут у вас делают слоны? Вообще потрясающе. Прикольно. Так, что вам сделать, чтобы... Что мне сделать? Вам? Ну-ка, подскажите. Так, и постой, я к тебе обращаюсь. Вчера вечером было одно происшествие, связанное с огнем. Поможешь? Что там нужно перекрасить вам опять? А, пожалуй, тут суховато, верно? Так, вам нужно, наверное, перекрасить. Ну, давай попробуем. Так, вот так. Все, готово. Чем мне дашь? Кусок мяса. Нормально хоть на этом. Я-то проголодался. Так, я проголодался, если честно. Кусочек мяса мне не помешает. Смотрите, какие классные палаточки у них. Прям шикарные.
Прям отличная. Ну-ка, можно на слона запрыгнуть? Дай-ка на слона. Во! Вау! Ребята, на слона запрыгнул. Эй! Что за дела? Страус на меня налетел. Ну-ка, кто победит, страус или слон? Вообще изи, просто страуса разломали на куски. И я на слоне. Здесь еще есть тачки. Крутые, там тут еще в воздухе, я вижу, летает. Ну-ка, дай-ка я спрыгну. Так, слон, надеюсь, ты меня не будешь бить. Я же хороший. Ну-ка, дай-ка жирафа, нельзя. Гоночный автомобиль, друзья. Гоночный автомобиль. Воу! Эй, тут кто-то на тачке гоняет. Куда мы приехали? Ну-ка, постой. А эту тачку мы брали уже? Нет. Баги. Так, что-то у вас новенькое. Ну-ка, давайте-ка. Может быть, сейчас что найдем. Насколько мне известно, но это должна быть планета намного больше предыдущей. И они реально прям крутые. Еще ни разу не повторялись. Просто ни разу еще не повторялись. О, сундук есть. Я нашел сундук. Давай, беги. Открывай. Да что ж ты сальто-то крутишь? Открывай просто. Во, молодца. Что дали? Экспонат динозавра. Воу, ничего себе, что сделала. Это, оказывается, у нас взрывчатка. Смотрите-ка. Нифига себе здесь проламывает-то, серьезно. Ну-ка, я сел на львицу. Потрясающе. Я сел на львицу, друзья. Какая она угарная. Я-то думал, они меня сожрут. Они между собой, кстати, очень сильно бьются. Я вот заметил, вообще ужас какой-то. Здесь все друг друга месят. Ну, как и на других, наверное, планетах. А на жирафа можно мне сесть? Опа, 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 опа. Подожди, это кто? Это кто? Помоги мне покорить море, я награжу тебя, обещаю. Что нужно сделать? Нужно что? Трезубец тебе? Вот здесь, видишь, трезубец есть. Возьми себе, дружище. Возьми, друг мой. Хватай, хватай трезубец. Ну, нет. Это не получится, наверное, да? Ладно, если найдем. Вау, на жирафе. Ничего. У него голова не оторвется. Эй, чувак, ты кто такой? Мы головой можем бить. Смотри, мы можем слона, наверное, забить головой. Реально. Пробить. Так. Ну что ж, давайте, может быть, отправимся на другой остров. Здесь у нас еще какое-то есть задание. Ух ты. Там у нас есть... Надо бы трезубец где-то бы раздобыть. А это что такое? Что это такое, ребята? Это пом... Вау! Это самолет! Да ладно! Можно взлетать? Ну-ка, погоди, назад отъедь. Мы же слона врежемся. Мы сейчас улетим. Так, нужно обязательно вылезти, его скопировать, это однозначно. То есть самолет, маленький самолет, ребята, у нас есть маленький самолетик. Это же обалдеть. Чувак, ты застрял под винтом, мы тебя поймали. Все, давай, мы сейчас в самолет прыгаем. Так, самый кровельный блок постепенно у нас тут развивается. Интересно, я могу взлететь, а? Ну-ка, давай. Отъедь назад. Назад не едет вообще никак. Чёрт возьми, он не разгоняется. Мне нужна нормальная площадка. Я не могу здесь разогнаться. Давай, пожалуйста, ну. Взлетай. Ах ты как, а? Слушайте, ну обалдеть. Если он еще взлетает, это будет просто вообще потрясающе. Это будет просто потрясающая штука. Лошадка, отойди. Там еще какой-то этот пришел. Нет, ребят, не могу я на нем взлететь. Он какой-то немножко... Это у нас... Кто это такой? Попугай. Попугайчик. Попугайчик у нас. Так, отлично. Ну что же, вообще прям прикольная саванна. Можно, кстати, на джип погонять. Можно сплавать на другой остров. Может быть, даже и слетать, если что.
Так, едем. Классный GPR, а? Вообще машина, здесь все продумано, конечно же. То есть довольно удобно кататься. Нам нужно просто раздобыть еще блоки. Так, у тебя что? Тебя нужно сфотать со львом? Со львом? Да без проблем. По-моему, мы можем это сделать. Давай. Давай сфотаем. Где-то у нас здесь львица была. Однозначно. Здесь львиц было очень много, поэтому я думаю, без проблем мы это сделаем. А слону нужна вода. Ого! Вот, смотри. Давай, бро. Давай сюда. Ну-ка. Есть! Прекрасно. На тебе фотографию. А ты нам? А ты нам блок. Да! Вот так вот, ребята, зарабатывается здесь и денежки, и блоки. Вот таким вот образом. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, в следующей серии мы куда-нибудь еще отправимся. И, может быть, сплаваем на тот остров, или наша задача сейчас расширяться. И... Что-то у меня машина не едет, а? Я сел на сиденье. Подожди, нужно убрать. Вот так вот, да, все, поехали. Следующее задание у нас набрать 50, там, по-моему, блоков нужно, да? Это... очень много, это очень много. Я даже не знаю, сколько мне придется времени сидеть, чтобы сделать эти блоки. Ребят, если вам нравится LEGO Worlds, обязательно ставьте лайк, друзья. Я стараюсь только для вас, и вы у меня самые-самые лучшие. Ну, а с вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи, и до новых встреч. Всем счастливо, и пока-пока. Лев. Лев. Ха-ха, смотрите, как он его гладит. А, какой классный, ребята. Левчику лайк, ребята. Левчику лайк. Вау. Мы что, на нем еще можем лежать? Вот это прикол. Вот это прикол, ребят. Классная планета, вообще шикарная. Смотрите, как она обнимает. Я просто в офиге. Обалдеть, как здесь сделали. Молодцы, молодцы разработчики. Красавчики вообще прям. Красавчики. Ребят, всем счастливо и пока-пока.